Всем большой привет! Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я начинаю показывать вам свои московские влоги. Если вы любите такие видео, то приглашаю вас к просмотру. Сегодня мы с вами будем гулять по ВДНХ. Я вам покажу, что изменилось за год, потому что год назад мы встречались с вами на этом месте. Реконструкции, все такое красивое, я наслаждаюсь каждой минутой. Фонтан каменных цветов, очень красивое зрелище. Если будете на ВДНХ, я вам рекомендую туда зайти и полюбоваться. Находимся в парке Зарядье. Вспомните прошлый год, кто уже смотрел мои московские влоги, а кто не смотрел, ссылка обязательно будет под видео. Я там ходила в футболочке, было жарко, но правда была я 8 мая, сегодня 3, и вот, собственно, Москва погоды не очень радует. Красная площадь уже вовсю готовится к 9 мая, поэтому здесь очень много народу. И невозможно даже красиво сфотографироваться. Погода очень переменчивая, то солнечно, то ветрено, то тучи. В общем, такая вот многогранная Москва нас встречает.
что сегодня только 3 мая, а уже идут репетиции, все перекрыто и такая серьезная подготовка к 9 мая на Красной площади. В прошлом году мне не удалось попасть в Мавзолей, в этом году я пришла на Красную площадь пораньше на недельку, но Мавзолей снова уже под трибунами, закрыт декорациями и туда не зайти. Поэтому, видимо, не судьба мне туда сходить. Детский магазин, потому что тут всегда есть моя тема. Железный человек. Кто еще не знает, Железный человек и Тор — это вообще моя любовь в Марвел. А вот с этой стороны есть Халк с Тором. А там Человек-муравей. В общем, Мстители захватили мир. I'm